Он был одним из лучших агентов ЦРУ, пока не вышел из-под контроля. На его счету смерти многих агентов. Этот человек сам не придет в американское консульство без веской причины. Ну как дела в Кейптауне? Объект ЦРУ, Южная Африка. Слышал, открылась новая вакансия. Вакансия одна, кандидатов 37. У каждого оперативного опыта больше, чем у тебя. Откуда опыту взяться, если я круглые сутки торчу в четырех стенах? Это Вестон, слушай. У нас важный гость. Не может быть. Это Тобин Фрост. Выруби все камеры в помещении. А это законно? Пошел! Вспомни правило номер один. Ты в ответе за своего гостя. Я твой гость. Они пришли за мной, но я нужен им живым. Не сдавай меня. Время уходит. Тик-так, тик-так, тик-так. Эй, эй! Залезай. Ты шутишь? Нет! Лезь в багажник! Секретный объект обнаружен. Следуйте протоколу. Про это ни слова! Кто нас преследует и зачем? В первую очередь тебе следует понять, как было совершено нападение на твой объект. Это был секретный объект. Но они и знали, где нужно искать. Кто-то слил информацию. Кто-то, кого ты знаешь. Не пытайся меня убедить. Я уже убедил. Теперь они работают вместе. Думаю, Вестон на его стороне. Ради правды. Ты не знаешь, сколько у тебя врагов. Ты должен дойти до конца. Можешь оставаться слепым, а можешь раскрыть глаза. Я завершу начатое. Именно этого я и хочу. Доступа Кейптаун. Смотрите в кинотеатрах.